С 1 июня текущего года стартовало широкомасштабное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2023». В исполнении комплексного плана на 2023-2025 годы за 3 месяца и 20 дней проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в составе выездной комиссии по уничтожению наркотических средств в рамках исполнения совместного плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств проводились мероприятия по уничтожению дикорастущего каннабиса, используя сельскохозяйственную технику путем скашивания дикорастущей конопли на 188 гектарах предписковой территории с последующим сжиганием уничтожено 170 тонн 628 килограммов растения рода конопли.